И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный гонке вооружения. Сегодня у нас опять трио супер-мега-крутейших нагибаторов. Правда, Тёмика у нас сегодня нету. Сегодня у нас зашел в игру впервые за, наверное, там 3 месяца Саратович. Поздоровайся. Всем приветик. Ну и сегодня у нас будет, конечно же, Овец Мергелян, который в прошлый раз обоз цикл и нагнул всех. Тоже поздоровайся. Ку-ку. Короче, друзья, сегодня у нас будет гонка не привязана к каким-то определенным вооружениям. Сегодня я дал право выбора каждому любого вооружения, которого он хочет взять. Сегодня будем играть одну катку в ТДМ, одну катку в контроле точек. Как всегда, кто набирает больше очков в бою, тот, по сути, у нас и выиграл. Сегодня индивидуально каждый выбрал себе свое вооружение. Я решил поиграть на Магнуме, посмотреть вообще, насколько жестко на нем можно будет нагибать. Я все-таки, ну, немножко там смотрел в матчмейкинге. Конечно, я мог бы взять дефолтную жигу, но я отдал право это выбора тому же Саратову, мог там и Овитис ее взять, но Овитис особо на жиге не любит играть. Он взял сегодня у нас рикошет с адреналинчиком, плюс защитник, да? Yes, yes. Ну и Саратович взял хоре жигу с защитником, я на хоре магнуме с бустером, поэтому мы пикаемся, долго тянуть здесь все это дело, конечно же, не будем. Обязательно, друзья, если вам просто заходят подобного рода видосы, то давайте наберем 150 лукасов, и следующая гонка вооружений сразу же быстро влетает. Ну и про подписочку на канал тоже обязательно, друзья, не забывайте. Ой-ой-ой-ой-ой, какая карта великолепная у нас падает, шоссе ТДМочка, конечно, это не самое лучшее, что могло быть, но уже у меня какое-то определенное дежавю, мы в прошлый раз играли именно эту замечательную карту. Ну ладно, посмотрим, что у нас здесь получится. Я, конечно, постараюсь в этот раз уже не обосраться, ведь с Мергеляна постараюсь его нагнуть, но не знаю, получится у меня, не получится, будет видно, я все-таки на арте особо давно не играл, но постараюсь выжать максимум, а ведь... На карте Саратова нет. Сарат, ты где? А у меня тут это крит. А, все, Сарат, наигрался. Да, все, да. Игра окончена. Зашел впервые за 3 месяца, игра окончена. Все понятно, Саратович. Все, наигрался, да? А ведь сейчас чё? Опять, как всегда, будет сидеть потеть. Да, ведь? Я уже потею. На адреналинчике на своем. Ты сказал, что ты хорек тяжелый снимешь, что ты его не снял. Давай. А, мне лень. Блин, сука, я такую сейчас арту мог дать хорошую, красивую. Ах, я промазал. Ладно. Ну, ладно. Ладно, ладно, сейчас немножко привыкну к арте, и все пойдет великолепно. Саратович пока там не может никак очухаться после 3 месяцев не игры в лучшую игру мира. Поэтому посмотрим, что у него вообще будет сегодня. Может, у него сегодня вообще ничего не будет. Он может сейчас его будет качать только всю катку и все. На сливаторах. Сарат, ты на карте вообще? Да я не могу зайти. Ты не заходит в танки? Вообще нет. Как так? Я не знаю. Ты наигрался? Ну я тебе даю шанс. А, ты мне даешь шанс. Это фора просто. Ладно, я понял. Короче, гонка вооружения из 3 игроков переходит в гонку вооружения из 2 игроков. Я понял. Саратов у нас сегодня просто на карте не будет, по ходу дела. Он просто так чисто по приколу на голос зашел. Посидеть, да-да, отметиться и все. И вся гонка вооружений для него, по сути, наверное, и закончится. Так, не забываем про то, что катку-то надо выиграть, а ведь... Да? Ну так выигрывай. Ну так выигрывай, боже. Меня арта нагнула. Я уже ничего не смог сделать. Я хотел, конечно, на нее в упор подъехать, но потом подумал, что она, наверное, мне сольет. А она дала, короче, через верх. И я так же сам и все равно ушел на респ. Ладно, пробуем, 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 пробуем. Пробуем. О, Саратов возвращается. Может быть, вернется в этот раз. Да? Ну, в этот раз, может быть. Шанс будет у тебя на возвращение. Замечательно. Я надеюсь. Так, ковавица, фраг можно было подтырить. Ладно, не забрал. 3000! Ну, блин, и на респ ушел, нафиг овер прожал. Бог ты мой. Ну весь опять, сука, разваливает эти кабины. Жесть, 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 жесть. Я не знаю даже, где тут позицию какую лучше занять на хоре арте. Где-то надо... Так, ну я закончил, давать вам шанс. А, понял. Ближе к вражескому респу, наверное, поехать лучше. Пробую, не знаю, сейчас что-то придумать. Может, где-нибудь здесь найду какую-нибудь скиллозависимую позицию, от которой смогу нагнуть пару-тройку танчиков. Блин, сука, еще и уничтожился, офигеть. Короче, все, ГГ, минус жизнь. Минус жизнь. Сарат на карте. Ну да, Сарат. Сарат на карте. Шансы не дает, говорит. 0-1, 0-2. Шансы, где шансы, Сарат? Сарат, шансы не даешь? Шансов не даем. Я понял.
Тупо без шансов. Тупо решил без шансов поиграть. Так, я надеюсь, что я решил вас в ноль. Ага, понял я. Я понял, в какие ноль ты решил нагибать. Ну ты понял, да? Да, да. Именно в такие ноль ты и уничтожаешь всех. Да. В принципе, как и в турнирах, Сарат. Так, я не понял. Так, ладно, все, я догоняю Аветиса, это очень хорошо. Аветис пока сидит, так же само молча. 0-4! Сука, ру, 0-4! Ама, что думаешь по этому поводу? Никогда. Он пришел во что поиграть? В поддавки или в гонку вооружений? 0-5, будет рекорд или не будет? Нет. О, килл первый, Ама, поздравь его. Овер-плезер заслужил. Ух, какую сейчас арту выдал! Великолепную, ничего себе залетела моя арта великолепная. Я в шоке сейчас был. Друзья, ну это достойно лайка такая арта. Она раз в год стреляет такая. Жесткая, аппетитная. Не понял, как я сейчас 1500 накинул по данному игроку. Ну ладно, ничего страшного. О боже, опять арта в бок улетела вверх куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, шафт нет, шафт нет, шафт нет, шафт нет! А! Куда арта улетела-то? Бог ты ж мой. Ясно. Я слился. Провал. Так, Сарат, что там? О, Сарат уже поднапрёкся. 4 на 5. Ну, Сарат, да. Возвращается Сарат. Сарат возвращается в эту игру. Камбэчная пошла. Да-да. В игру возвращаются, в жесткую. Жестко сейчас будет разваливать кабина. 300 урона ловить Смергеляну. Найс. Тупо урона накинул. Тупо чисто урончика дал. Ну, я боже. Смергелян, ну как там? Ну, меня уже бесит эта, сука, арта. С этим маленьким уроном. 3700. Ну что это такое? Бог ты ж мой. А ведь, что там, играть будешь сегодня? Что ты сливаешь? А, мне нагибают. А что тебя нагибают? Вроде я... Мне... Меня нагибали, теперь же тебя нагибают. А три овер подряд нажал на меня. Да, я сказки не рассказывай. Как всегда, блин. Отмазы только придумывают, что на него оверы жмут, на самом деле. Никто его даже не бил. Ну это Саратов. Кому ты ведь нужен? Жигой своей черной. Ну, о боже, люблю танковые текстуры просто. А ведь спасибо за фраг. Хорош. Саратович тоже накоцать мне решил танчик. Молодец, Сарат. Лучший Сарат. А, сука, не ваншотнуло, 800 всего лишь дал. Давай-давай, Саратович. Старайся, старайся, Саратович, старайся, старайся, Саратович. 8 киллов до конца. 8 киллов до конца. Так, проверил звук, все хорошо. Все замечательно. Всех все слышно. Надеюсь, что Аветис там тоже не будет сейчас меня обгонять. Аветис, слезь, это лучше, боже. Что там 100 киллов делаешь? Алло, прекращай. Аветис, завязывай. Аветис, завязывай. Бля, арта не залетела. Ужас. А, я ушел на рез. 2 килла до конца. Все, ведь выиграл точно. Первая катка за. Так, ну я думаю, мои 55 очков обоснованы. О-о-о-о! Карта шоссе. Извините меня для огнемета. Это вам не полигончик какой-нибудь. Чисто Сарат спустя 3 месяца улетел в танки. Поиграть с пацанами, чисто реализовать свое вооружение и показать, как надо играть гонку вооружений. Это, плюс уважение, так, просто Саратову первое, в комментариях. Подожди. Плюс уважение Саратову чисто. Бля, ну ладно, Аветис там на 25 очков обогнал, конечно. Но мне там не повезло просто, как он там сказал. 5 овердрайвов на меня подряд там нажали, поэтому не получилось. Там все дела туда-сюда. Ну, в общем, ничего нового. Да, ведь? Совершенно верно. Совершенно верно. Так вздыхает, как будто я не знаю там, что делал на протяжении этой катки. Как будто бегал, а не опыт набирал в танках. Так, ну чё, какую карту, какая карта будет? Ванганите. Ну, быстро. Бойно. Нет, песок. Промзона, промзона. А, нет, Бобруйск. Ох, еще я Аветиса уровень против, ничего себе. Ему фартануло, я в шоке. Еще я Аветиса уровень против закинула. Да, жестко Аветис, тебе сегодня фартит, жестко. Да, особенно когда 2 раза. Еще и твой уровень против закидывает. Да. Ну а вопросик, а как полноэкранный режим сделать, а? А ты в чем играешь? В HTML. Ну F11 нажми, не знаю, наверное. Будет, нет? Нет. Нет? Нет. А, там через Escape. Escape нажми, и там есть выбрать этот самый полноэкранный режим. Понял? Нет такого. Ну есть там такое, алло. Ну должно быть. Ну ладно, Сарат, можешь и без него сыграть что-то.
Ну я что, слабый, все равно полноэкранно толку нет, играть. Катя. Не так, ты давай, Витя. Все равно шансов нету, сразу. У кого? Меня? Ах, как я сейчас промазал! Из-за этого фул залп получил. Блин, лучше бы я попал, конечно. Че там по табу-то банка? Че по табу? Я на месте. А ты где? Я на табе, а ты где? А, там Витя шоп гоняет. А Витя опять респить начинает танки. Я на респ ухожу, а он респит стоит на респе у них. Витя слабый. А Витя, да, на победу играем. На победу, да. Ну так иди на точку так. Аветис на победу. Аветис и на победу. Ну вы поняли, да? Аветис и на победу. Так, я пошел на рез вражеский. Алло! Двигаемся, молодые. Давай, 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 давай. Я, конечно, на арте всегда так долго думаю. Что ужас. Не знаю всегда, когда и куда лучше выдать выстрел. Так, ладно, плюс овердрайв. Поехали. Плюс в харю выстрел. Плюс еще выстрел. Хороший. Замечательный. Можно еще точку подформить немножко. Еще танчик респануть один. Замечательный. Там еще пару танчиков можно респануть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как залетает-то, как залетает-то. А ведь у тебя так не летит, как у меня залетает. Да, банк, да, ты нагибаешь? Сейчас пойдет отмаза. Не-не, я не нагибаю, так чисто на карте просто нахожусь. Пока что. Пока что просто на карте 14 киллов, а ведь 8 и очков примерно столько, сколько у меня. Офигеть. Это он точек столько назахватывал? Что, ну как бы я их респы держу, понимаешь? Ну как ты респы держишь? Ты, значит, в точке захватывал. Респы. Да я рофлю. Ай, да боже, два магнума промазал, мог плюс 4 килла дать. Вот респ так держится. Правый чекает тупо. Правый чекает, говорит. Офигеть, нифига он там киллов надавал. Сарат, а ты где? Сарат, да, я на респе. А я думал, ты, Сарат, не на карте даже. Офигеть. Уже 16 киллов ловится. Ладно. Я реализовал свой овер. Впустую. Абсолютно. Не дав ни одного килла. Но так это обычно, просто, да? Просто арта, короче, киллы не дает. Поэтому так получилось. Если бы я был. Да уйдите вы. Если бы я на Жиге играл, явно было бы больше киллов, чем у Саратова. Да, Сарат? Сарат. Ах ты крыса. Сарат, возврат. Да, да. Опять я в небо дал. Ясно, понял. Ты слышишь, что банка? Меня Витя помешал. А, вот специально фракцию отстрелил? Да. Так ему, значит, первое место снимаем, правильно? По факту. Ну, получается, минус первое место у Сарата. Ой, Сарат, я говорю. Ой, Витя. Yes. Что теперь делать? Ну все, минус жизнь. Мы катку сейчас сольем, алло. Так, ну, давайте точки забрать. Мы уже все точки забрали. Ну, я одну заберу, так уж и быть. Сделаю вам одолжение, пацаны. Заберу одну точку. Чтоб не цеплялся бы за каждую стенку, цены бы не было в моей игре. Ай, ну какой тысяча? Еще и хп нету. Блин, 2900 дал. Найс. Спасибо, спасибо. Тупо спасибо. 2900. Ой, только нет. Ладно, я слился. Так, 60 очков. Ну, нормально, разница маленькая. Сейчас можно еще давить, дотянуться, может быть. Ну да. Да-да. Вот сейчас дотянулся. Слышишь, Ваня, у меня же это, защита от поджога, а чё я горю так? Защита? Как это 50%, аж не 100. А-а-а. Поэтому... А я-то думал. Всё же просто. Ты лучше не думай, Сарат. Ну, бро, да, нас не надо. Бро, овер. Так. Ой, давай, родная. Чё там, 2 килла я ждал? Сделал 2 килла и радуешься? Двум киллам радует. Ну я на команду играю, как бы, да? А, понял. Я тоже на команду. И на самоуничтожение свое, боже ты мой. Ну почему я уже 3 раза самоуничтожился? Ты сколько очков я потерял? Офигеть. Просто жесть. Тупо очки теряю. А ведь потом вырывается из-за этого вперед. Нечестно получается. Нечестно, а ведь очень нечестно. С вашей стороны. Такая игра. Да ведь все везет постоянно. Да, да. По жизни везунчик. Ну какие 3500? Ну что это такое? Ой. Арта не летит нормально, с хорошим уроном. Ну что, пришло мое время. Сливать? Я чуть яму не упал просто. А, понял. Я уже думал, сливать пришло твое время. Блин, 37 километров. Нифига ведь разошелся, я в шоке. Никак не могу его догнать. 27 у меня. Но он что-то летит прям нереально быстро. Прям просто летит. Как бешеный. Вперед. По киллам.
Постараемся. Самые точки бить. Давай, я тебе в пердель дам, подгоню. Немножко скорости добавлю. Чтобы побыстрее полететь. О, лаги. Ой, отмазки. А, нормально, а ведь залагал чисто. Сарат, спасибо за фраг. Да ты... Ты такая ведь сейчас. А, вот ты кого стреляешь, боже. Противника не видишь? Чё, не видишь противника? А, все. Все! Катка закончилась! Да вы чё рофлите? Нет, просто Авитису опять повезло. Я в шоке, на 80 опыта. Короче говоря, друзья, Хори Рикошет сегодня показал себя получше даже, чем Хорната Арта, но Авитис на... Ой, Авитис, говорю. Саратов на Хори Жиге сегодня что-то как-то пострадал. Ну, наверное, это из-за того, что у него просто на протяжении трех месяцев в игре... В игру, в принципе, 3 месяца не заходил. Может быть, из-за этого там у него что-то сегодня не получилось. Но, в общем и целом, что я бы хотел бы сказать по поводу этих вооружений. Как по мне, все три вооружения играбельны и имеют смысл быть вообще в матчмейкинге. Поэтому все зависит исключительно от вас. Что вам больше нравится, то вы вооружение, по сути, можете использовать. Ну, а сегодня у нас, как всегда, выигрывает супер-мега-крутейший нагибаторский лучший игрок танков онлайн Авитис Мергелиан 2. Статус он за собой это сохраняет. Единственное, наверное, лучшего игрока матчмейкинга он в прошлый раз там выиграл, поэтому Тёмочка может быть еще когда-нибудь за это звание поборется с Авитисом. Ну, а мы на этом будем, наверное, таки заканчивать. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Как всегда, не забывайте прожимать лукасы, да, подписываться на канал. 150-очка, как я уже сказал, набирается, следующий видос выходит. С вами был мистер Ванька, Авитис Мергелюнчик, Саратович. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Всем пока-пока.